Стражи ворот, Нью-Йорк, финансовый квартал. С 3 августа 2012-48. Так что всем привет, с вами снова Михаил. Мы продолжаем проходить игру Crysis 2. И это у нас уже по счету будет 6 серия. И прохождение, в общем-то, этой миссии 6 по счету. Таким вот образом. Смотри, вокруг командного пункта толпами бегают бойцы СЭЛ. Похоже, цефы устроили им веселую жизнь. Направляйся к церкви. Попробую помочь обойти систему безопасности. Проникнуть в центр нанодиагностики СЭЛ. Ну что ж. На командный пункт. Так, сейчас нам поружим, интересно. Так, снайперская винтовка. Так, оптический прицел, коллиматор, наш штурмовой. Так, это как раз и пригодится в снайперской винтовке. Это без глушителя будет, думаю. Так, хотя еще глушителя не у него. Это автомат у нас нету. Снайпер Аскар, в общем, как раз, который был в Крайсе первым. Конечно, немножко изменен, не так выглядит, как в Крайсе первым. Так, гранатомет, смотри-ка, есть. Да, можно гранатомет ставить, но что-то, конечно, не очень удобно все это сделано. Ладно, идем дальше. Так, по цели нужно, в общем, продвигаться к одному зданию, где находится капсула. По нашим улицам разъезжает боевая техника, а я вам отвечу. Эти машинки не из хозяйства дядюшки Сэма. Все обстоит куда более скверно. А именно, мы имеем случай инопланетного вторжения. Вы не слышите? Так, разбегаемся. Отлично. Перепрыгнули. Вот так. Краб пришельцев. Ну, в общем, скоро ждет с ними встреч снова. Снова придется с ним воевать. Повоевать придется нам. С теми пришельцами. Ну, конечно, с элвцами также. Они никуда не денутся пока что. Будут тоже одним из основных врагов этой игры. Примерно хотя бы как минимум две миссии точно. Так, снова придется перепрыгивать. Сбегаться. О! Летят, в общем-то, наши голубки. Так, ну что ж, спускаемся вниз. По-другому вниз не спуститься, что слишком опасно. С такой высоты прыгать, конечно. Опс. Через защиту. На всякий случай. Так, ну идем дальше. Хотя бы, конечно, думаю, прицел был отключить. Кальмары, бегуны много. О, такой нормальный. Приближаются к блокпосту Дельта. Запрашивай подкрепление. Вас понял. Держитесь. Изумруд 3 на подходе. Так, тихонечко. Ого, давай их. Молодцы. А я соберу еще на спор с ним. Так, а еще... В прошлой серии, по-моему, там говорил насчет того, что... Откуда, в общем, как цифры изменились. Красавчик. Маскировка включена. Так, патрончики. У нас максимум еще. Уж они там изменили свой вид, в общем-то. Так, по-моему, несколько точек зрения существует насчет как раз этого. Насчет того, как раз, что они там изменили свой облик. Так, ладно, начали лучше справимся к СМИ. А то они нас не прозаманают. Че? Ох ты, ракеты. Патрон ракетницы. Так, привет, дружочек. Все цели уничтожены. Так точно. Продолжить зачистку периметра. Ну куда побежал-то? Маскировка отключена. Готов, что ли? Готов. Привет. А ты куда пошел? Тоже готов? Хотя, конечно, можно было защиту включить. Но лучше я пока что так справлюсь с ними. Так, здесь надо спор от у него. Или у него собрал? Так, ну их, по-моему, там БТР, да. Пока что лучше не рисковать и... Не...
показывает, что мы здесь находимся. Хотя вообще нас как бы не заметили пока что. Маскировка отключена. Пока что лучше это не сделал так. Патрон максимум. Дробовик. Сколько патронов оружия-то у нас? Теперь не пройти через блокпост. Нужно искать другой путь. Ничего, справимся. Угроза подтверждена. Цели обновлены. Отлично. Приказ принят. Маскировка отключена. Ничего, все чисто. Открой. Вернулся на помещение. Маскировка отключена. Так, если помпа за пулеметом сидит, если не ошибаюсь. Кажется, я буду так действовать. Куда ты пошел? О, тихо, что ты, конечно, ты немножко неправильно себя поступил. Пулеметчик снял. Черт! А взял, конечно, пулемет. Ой, сука, у вас там. Похоже, улицы перекрыты намертво. Попробуй пройти через какой-нибудь здание. Обойти баррикаду. Маскировка отключена. Так точно. Обыскать. Сколько у вас, а? Ох ты, блин. Так, ну все, держитесь, друзья. Максимум защиты. Давай-ка. Я всех вас выкушу нафиг. Ну все. Вы меня просто выбесили. Где там говнюк-то? Издалека такого обстрелю-то. Давай, попробуй. Если слабо, конечно. Так, нормально. Берем еще пулемет. Пригодится. Побольше экшончика у нас будет. Таким образом. Ладно, все, кажется, тишина. Справились мы с тем. В общем-то, броню этим. Блокпостом небольшим. Идем дальше. Говорил, в общем-то, я в прошлой серии про то, как они там изменили свой облик, почему они таким стали, и не в сравнении с первой частью, где они были там синими. О, кати-ка. Так, защитка пригодится. В общем-то, в первую часть кризиса, в общем, пришельцы у нас были цепы. Были, в общем-то, синим цвета. Здесь почему-то они стали какие-то немножко красного. Ну, там, посмотрите, синий цвет. Но, в общем, первая часть кризиса, синий цвет означало то, что они как бы могут, в общем, лежить только лишь в температуре, очень низкой температуре, могут жить лишь пришельцы бы. Там при минус 200 или какой там температуре, абсолютно нуля, наверное, какого-то. А вот эти, конечно, красные, видимо, просто могут жить, наверное, уже при высокой температуре, мне кажется. Возможно, просто не приспособились, то есть изменились к окружающим условиям, приспособились, немножко изменились эти пришельцы, поэтому такие стали в сравнении с первым крайсом и крайсом Вархед, как мне кажется. Да, думаю, многих точка зрения такая, мне кажется, есть игроков, хотя не знаю кому как, хотя не знаю, как другие думают, кто играл в серии крайс, кому нравится эта серия крайс. Черт, смена плана. Да, полно бойцов в форме СЭЛ. Похоже, они полностью перекрывают территорию. Mm-hmm. Слушай, мне нужно пройти мимо охраны. Можешь их ненадолго отвлечь? Устрой заварушку возле церкви, чтобы оттянуть туда войска с Уолл-стрит. Потом, ну да, там есть аварийный туннель. Пройдешь по нему. Встретимся на той стороне. Отлично, понятно. А плюс еще, конечно, точка зрения существует того, что пришельцы просто другого вид пришельцев, и в этом, как раз в Нью-Йорке, в этом крае, в втором. То есть, да, блин, хватит, а. То есть, как бы это другой вид пришельцев. Да, блин, ну хватит повторять уже. Им не дают показать ничего. Что, в общем, как раз это и другой вид пришельцев. Первый вид был в крае, который мог замораживать все. Хотя вообще даже не первый вид. Там у него, по-моему, роботы были, они сами пришельцы питали на корабле.
не могли из него выбраться из-за того, что были слишком слабые, не приспособленные к условиям Земли. И поэтому послали роботов, чтобы копить энергию. Создание, в общем-то, их там главного разума, Альфа-Цефа. После этого они, мне кажется, приспособились к условиям Земли, стали более сильными и смогли напасть на Землю уже. Полноценное, в общем-то, наступление сделать. Ох ты, блин! Да, чё-то, конечно, раз тупанул. Так, тихонько. Пулемет постоится, мне он пока не сильно нужен. Ваш Изумруд 3 потерян навечно, друзья. Это стоило мне половину моих людей. Направляется в вашу сторону. Прикончите, наконец, этого ублюдка. Прием. Готовы. Да, с ним скинь только стрелять. Блин, у него скиров, конечно, кончается. Вот что плохо. И, в общем, я могу заметить. Очень плохо. Слишком вас много будет. Вам показалось, друзья. Вам показалось. Маскировка отключена. Во, перчатка еще есть. Спасибо за патроны снайперской винтовки. Хотя, может, пулемет мы с собой брать. Да, не так вообще. Ты куда смотришь, Драк? Минус два уже. Ну ничего, он там стоит вообще. Из дробовика стрелять? Ну да, молодец. Не поможете. Не поможет. Так, пулеметчик у нас, интересно. С пулемета никто не стреляет. Визуальный контакт потерян. Так, ладно. Начать поиск. Вперед! Давай! Потом... Черт, он убит! Маскировка отключена. Ну да, убит. Блин, какой-то пулемет нужно взять, все-таки. Приветики, друзья. Да ничего не берешь-то. Да ты издеваешься. Ну что, заметите меня так? Ого, Марик, не заметит. Привет! Не бежишь даже. Вот и все. Кто еще хочет? Так, снайпер, снайпер. Я знаю, ты на снайпер там. Ждешь, когда я тебе попаду. Отлично, все, кажется, выкосили. Ну, не знаю, конечно, всех ли точно. Так, помните, нужно будет строить сейчас засаду. Точнее, ловушку строить. Ладно, извиняюсь. Вот так, с пулемета, конечно. Круче смотришь. Так, ну сейчас устроим здесь. Привет. Ну и где вы там? Привет. Ох, как ты удачно. Так, осторожно, здесь не там. Если ошибаюсь. Каков? Так, кто-то еще пробегал, видел. У них здесь, в общем-то, новое оружие появляется, электрические такие вот пушки. Так, да, вот они. Сейчас я как раз возьму тогда взамен. Снайперские винтовки. К-Вольф называется, вообще такая мощная пушка. Она снимает всю защиту. Это наподобие, наверное, какие-то электромагнитных гранат, которые были в Грайсе Архет добавлены.
Патрон качается, пора заменить. Наш пулеметчик, давай-ка. О, 150 патрон, нормально. Одну смерть все-таки, я думаю, оставлю, ладно, еще. Просто там сказал кое-что интересная вещь. Очень не хочется еще раз пересказывать. Хотя, в общем-то, как бы. И меня как. Так, ладно. Устраиваем засаду, диверсию. Привлекаем внимание этих сейловцев. Так, бери быстрей. Что это было? Внимание всем группам на Уолл-стрит! Откуда взялся, интересно? Непонятно. Звезд какой-то взялся, вот что-то интересно. Они постоянно так любят. Валяться за воздуха, так, тихо. Привет. Да ты, по-моему, всех зачистил там, с той стороны. Кажется, всех убил. Кажется. О, да, Саня, один спрятался все-таки. Будем неторопливы идти. Счищать всю территорию. Просто, не торопясь. Какого черта вообще? Ага. Из воздуха откуда-то там сзади появился тут. Надо с ними разобраться, чтобы они постоянно не попалялись. Да иди сюда. Вот там делся. Все? А, бросил какой-то, что ли, надеюсь. Надеюсь, тут еще есть. Так, по-моему, никого не должно быть в этом месте, ладно. К этой церкви, в общем, не находимся. Так, сейчас будет осторожно все-таки действовать. Даже не знаю, будем отвыкнуть пока что. Ну, постараемся сейчас будет быть более эффективнее, более точнее стрелять. Максимум защиты. Готов. Готов. Валяется тут. Запрос огневой поддержки. Вот скотина. Че, тревогу поднял, что ли? Максимум защиты. Где там прячешься-то? Осторожнее действовать. Потому что не могут нас поймать ловушку. По-моему, сейчас со стороны стоит, может. Сверху, по-моему, нас тут еще можно одеть-то. Нужно быть очень осторожным. Данная ситуация. Пусть все-таки на воин будущей игре. Это настоящий хардкор. Так, можно взорвать, в общем, где-то здесь находится -то. То место. Так, кажется, все готово. По-моему, все. Должны быть все. Защиту ставки на всякий случай оставляем, чтобы... Дурдом куда? Так, ладно. Накидываем пулемет. Как? Блин, да не то нажал. Все, уходим, уходим. Второй фейерверк строим, диверсию. Снова привлечем их внимание. Чтобы гуд прошел дальше. Обошел них три блокпоста. Отправляю подкрепление. Держитесь. Какого? Отлично. Сработало. Но... Прощай. А теперь они идут к тебе. Откуда там еще появился, непонятно. Я первый так вижу, он здесь был. В этом месте. Так, это тоже готов. У нас пулемет, что пулеметов там потом уже банули, так что смысл сейчас его тратить уже нету. Что, так что нам было еще учить, отучить защиту электрическую там. Электрическую защиту одну.
Готов. Но сначала, думаю, сберемся с теми врагами, которые здесь у нас. Так, тихо. Так, куда вообще иду? Я вообще, конечно, не туда пошел. Надо было в другом месте спуститься. Так, чтобы было бы неудобно нас поймать. Вообще дальше раз не узнали бы. Отлично. Получай. Приятно? Ты где? О, как далеко он улетел-то. Сейчас точно нужно река. В общем-то, не станет больше. Так, а надеюсь, никого нет-то? Вот это зуни-то. Так, осталось отключить систему защиты. Вот эту электрическую. Электричество отключить в этом месте, чтобы дальше пройти. Это, конечно, не так легко будет сделать, надо будет осторожненько все проделать. Внимание всем гражданам. Тихо. Проход на территорию. Тихонечко. Нарушители будут уничтожать. Маскировка отключена. Опс, привет, друзья, с дровяками. Давайте рядок уставим. Рядок вставайте. Маскировка отключена. Куда пошел? Прямо. У нас потеря. Приступить к зачистке сектора. Давайте, зачищайте. Маскировка отключена. А я посмотрю, как вы будете это делать, интересно. Так, сейчас тут с этим забраться. Думаю, я успею очень быстро подойти к нему и давить. Маскировка отключена. Так, ну все. Нормально, красава. А кто здесь еще находится-то? Что, тут еще что ли, по-моему? Как слышно, прием. Эй, ау, ну где? Откуда так, вот он. Вход в туннель доступен. Можешь. Отлично, все. Вот он, твой шанс. Забирайся в туннель. Встречу тебя на другой стороне. Нормально. Откуда стреляли? Откуда стреляли? А, вот где дружочек-то. О, ладно. Он не в порядке. А вот тут точно. Живым не останешься. Максимум защиты. Эй, откуда он там стреляет вообще? Да барабану, говорится. В общем-то, идем просто дальше. С ними разбираться, с этим, но... Погоди. Так, ну можно, в общем, теперь жить. А, вот. Опс. Куда побежал? Ну ладно. Все. Однако точно гранаты, в общем-то, и машине конец. Ну и кто-то еще хочет? Видимо, никто не хочет больше. Так, ну все, заходим. Еще. Да-да, нет. Бери. Ну, конец, открылся. Хорошо, теперь ступай туда. Встретимся на той стороне. Ну, вообще-то все на этом месте таким образом заканчивается. Мое прохождение игры Crysis 2. Увидимся в следующей миссии, в следующей серии. А это пока все. С вами был Михаил. Всем удачи. До скорой встречи и всем пока. Система адаптивной биологической обратной связи. Это самая сложная боевая система, какая только есть. Но для работы с ней нужна постоянная поддержка со стороны.
этим я и занимался. Если уж пророк напялил на тебя этот костюм, значит, он поручил тебе что-то важное. Мы уложим тебя в эту капсулу, просканируем все уровни костюма и выясним, каково твое поручение.